Как ты вообще сдался? Ты можешь сказать что-то? Donetsk vilayətində Ukrayna ordusuna məxsus dronun köməkliyi ilə təslim olan Vagnerçi əsir düşməyinin təfərrüatlarını danışıb. Bölmələrinin tamamilə məhv edildiyini deyən rus əskər drondan atılan mərmilərdən gizlənmək üçün səngərdən səngərə qaçdığını, lakin bunun mənasız olduğunu gördükdə təslim olduğunu deyib. Получается, мы сидел в окопу. То есть они говорят, выходи, тут типа места нет. Я пошел в другой окоп. Тут уже птичка летала ваша. Вот, и так из окопа в окоп бегал. Арта летала. Уже когда понял то, что сейчас... У меня уже была мысль сдаться, то есть пойти, но я не знал, куда сдаваться. То есть изначально... Мне вот, получается, когда последний снаряд прилетел, когда я прыгнул в окоп, я остановился. Получается, встал, смотрел на ваш дрон. А если вы начинаете махать вправо-лево, то есть я делаю два шага вперед, он получается вперед, назад летит. Мы уничтожили всю твою группу. Верю.